You have 10 minutes maximum. Sometimes commanders can be too strict. Will there be another chute packing violation, guys? Do you want to live? Yes, sir. Or too perceptive. Right now, I see that you don't. You'll be fired sooner than you want. Because even the strictest commander was once a raw recruit himself. There's no room for errors or anything. It's people and an expensive submarine. Forget your civilian life. You're in the Navy now. We swear. You'll want your mother. But instead of parents, now you've got a commanding officer. Laying in 224. Your new home's on the water and has firepower. Fire! Alert, torpedo attack. But you'll soon get used to it and say, Mom, I'm a sailor. One day you'll look back on your service with the Baltic Fleet as the best time of your life. We're ready for battle. The Subrazithany's captain is starting a new day. Getting safely to Kronstadt is his priority, and that's a demanding task even for a seasoned mariner. The narrow waterway requires a complicated maneuver, mooring stern first. Вот и начался очередной день похода. Второй день уже находится в Кровавом море. Отдохнул немножко. Начнем сегодня дальше готовиться к заходу в Петербург. Посмотрим сегодня, на что способен экипаж. Ежегодно корабль принимает участие в нескольких видах совместных учений. Корабль примет участие в праздновании 150-летия Западного военного округа в городе Санкт-Петербурге. Внимание на ходовом! Товарищ командир, по состоянию на 7 часов утра. Метеоусловия. Ветер 120 градусов, 13 метров в секунду, море 2 балла. А за 4 часа до входа в зону ответственности Ленинградской военно-морской базы. Есть. Доброе утро. Да, желательно. Минер, доложите свои обязанности. Повторю, доложу. Докладывайте свои обязанности. Я повторю и доложу. Вы не знаете свои обязанности? Надо повторить сейчас. Обязанности вам, офицер, доложите. Голова другим забита. Офицер, прибывающий на корабль, ему дается полгода сдать на должность, на допуск к офицеру. Соответственно, лейтенант Каракаш, он полноценно свои обязанности не исполняет, поэтому, наверное, ведет себя просто не по-мужски. Потому что поставляет своих товарищей, они вынуждены за него стоять на вахте. Пишите еще одно объяснение, почему не сдали зачет в установленное время. Вам было дано время сдать зачет один, вы не сдали его. Не, ну, товарищ командир, так нельзя. Я занимаюсь им лично, чтобы он как можно быстрее сдал и как можно больше от этого подчеркнул и был подготовлен офицером, чтобы я мог на него положиться. На каждую невыполненную задачу, независимо от того, матрос, офицер, старшина, контрактник, он обязан в письменной форме дать объяснение, почему он не выполнил поставленную задачу. Я командир минторпедной его части, лейтенант Каракаш, стоящим докладываю. Минер, у вас по русскому языку было что вообще? Пятерка. Хорошист по диплому. Работу над ошибками провести. А в чем там ошибка? Вон, заместитель потом покажет все. Считай неправильным данный приказ. Это пахнет уже этим. Вы знаете, что приказ не обсуждается? В уставе написано. То, что выполнил приказ, а потом уже обсуждаете. Вы будете наказаны за то, что обсуждаете приказы. Понятно. Простите разбирательство. Будьте наказаны. Как всегда. Продолжайте учить зачеты. Я понял. Не слышу. Я понял. Старпом, приказ о наказании. Ознакомить его с приказом о наказании за несдачу зачетов. Идете на то направление, на котором нужно. На ложном. Понятно, нет? Понятно. Вот закончил институт, попал на флот. Он думал, наконец-то все начнется. Служба нормальная, работа с личным составом, с матчастью и все тому подобное. Но нет, ничего подобного. Те же самые конспекты, учебники, тетрадки, писанина, зачеты, подучи, выучи. Ну, честно сказать, это уже немного начинает капать вот, на мозг. Слева.
На румбе 223. Так держать. Есть так держать. На 224. Есть на 224. The Magnitogorsk's crew has been preparing to put to sea. Мотор вперед самый малый. Exactly on schedule and escorted by tugboats, the submarine makes her way out of the harbor at Baltiisk. Уверенно идет? Уверенно идет. Есть. Причем на тревогу для плавания в узкости. Радист мостику. Есть, на плавание вперед, вышли из военной гавани, замечаний нет. Скорость? Скорость 4,3. Дальше, блин, пошли в командирскую точку К1. Есть. Шел на работу, думал, с утра. Морские часы одевать не буду. Если не одену, то в море не пойдем. Пришел и первым же делом зашел с ней в каюту, почему-то переодел часы. Все, переодел часы, значит, в море пойдем точно. Уже сомневаться не стоило. Босс, он сейчас будет сжать вовнутрь канала, понял? Есть. This narrow passage is just 50 meters from shore to shore. The Magnitogorsk is entering a canal between the Gulf of Kaliningrad and the Baltic Sea. Центральный подводный откуп, плавание в узкости в условиях ограниченной видимости готовит. Давай право 5 пока. Есть право 5. A gusty headwind is complicating matters, and they need to make constant course corrections. Право 10. Есть. Руль право 10. Поначалу, вот пришел на первую должность, ветер в голове, ни о чем не думаешь никакой, ни ответственности, ничего этого не осознаешь и не понимаешь. И с каждой ступенькой ответственность все выше, выше, выше. И вот ты все это чувствуешь. И когда сейчас я уже выхожу в море, для меня это абсолютно другое восприятие мира, там, восприятие всего, чем я, ежели выходил бы старшим помощником раньше. Потому что уже нельзя не ошибаться, нельзя ничего делать. Это люди. И дорогая подводная лодка 3 миллиарда стоит. И столько не заплатить. Центральный, по местам стоять, узкость проходить, источники питания не переключать. Проходим. 286. Есть. 394, спасибо за обеспечение счастливого плавания. У меня вопрос такой. Если такой же ветер будет, я сам подойти не смогу, Ты меня сможешь, грубо говоря, лагом встать ко мне и лагом одерживать меня? Попробуем, если будет ветер такой. Понял, хорошо, счастливого плавания. Центральный, вышли из Калининградского морского канала, радист передать на плавание. Все, мы закончили проход узкости. Вот буксира я отпустил. Сейчас идем по Калининградскому морскому каналу, должны пройти. Через 5-7 минут мы пройдем по ту сторону приемный буй. Это будет означать, что Калининградский морской канал мы уже прошли. И после этого мы пойдем в полигон определенный, где выполним наше мероприятие по подготовке к погружению. Я думал, что хуже погода будет, если честно. Но все равно, если будет хуже, то надо будет отказываться. И поэтому подольше останемся в море дня на 3, на 4. Если до завтрашнего утра не зайдем, то дня 4 нам придется в море провести. We'll be right back.